Субботники возникли весной 1919 года. Всесоюзные ленинские коммунистические субботники, приуроченные к дню рождения Владимира Ильича Ленина 22 апреля, проводились ежегодно. Они как бы знаменовали собой окончательный приход весны и использовались для подготовки к празднованию 1 мая. В районном центре этот день прошел очень насыщенно и широкомасштабно. В нем приняли участие работники администрации района, сельского поселения, сельхозуправления, культуры, детской школы искусств, пенсионного фонда, учителя и школьники первой и второй школы, а также работники различных организаций и предприятий. За каждой организацией были закреплены свои участки, которые должны были быть приведены в надлежащий вид. Основные работы, которые были проведены в этот день, это побелка деревьев, бордюров, уборка мусора. Работы, проводимые около района администрации, администрации сельского поселения до площади Победы, велись силами работников двух администраций и сельхозуправления. Работники культуры и детской школы искусств наводили порядок в парковой зоне и на аллее роз. Также в парковой зоне работало управление образованием и часть учеников школы номер 2. На аллее, прилегающей к школе номер 2, работали остальные учащиеся, а также работники пенсионного фонда и других организаций. Территория памятника павшим в Великой Отечественной войне была выделена первой школе, которая за этот день смогла подготовить этот участок к празднованию Дня Великой Победы. Буквально за несколько часов районный центр Алла Кашихабль был приведен в порядок, что немало радует глаз не только его жителей, но и его гостей. Этот широкомасштабный субботник был проведен во всех сельских поселениях района.